I just got... А тебе куда столько? Возьмете? Возьмем с удовольствием. И отдаем. Ну и кровь сушим, едим. Забирайте. Ладно. А Никита по две штуки ловит. Это больше? Конечно, больше. И вот где рыбачьи, говорят. Около камышей. Здесь хорошо сидеть, я сижу здесь. Видишь, ты тут ловишь, а я в интернете. Видишь, какой он. Позарился ты, Гальян, обманул он тебя. Ну, по-честному. Я ему сегодня гадовал. А вот Гальян-то, поди видят, скажет, был, вознесся и нету. Вот так сейчас и будут их канонизировать всех. Ну, гляди, по одному таскает. Никите, это вот так надо ловить-то, не мордушкой, а вот так ловить надо. А он не будет. Нет. А червяков море сколько у нас было, копали когда? Когда копали сейчас. А я еле нашел, нету червяков. Так у нас червяков копали сколько? На одну лопату штук 20. Угу. Это надо было набрать у вас. У Павла, когда ямку засыпали. Ну великое ли, как пескарь говорит, ну великое ли это дело, хитрость-то, говорит. Ну, наш брат, говорит, и на это клюет. Это премудрый пескарь у Салтыкова Щедрина. Он все наказывал. Жизнь, говорит, жил, дрожал и умирал, дрожал. Все время преподавал, как не попасть. Хочешь ловить, то тогда и завези к нам. А то мы поехали брать интервью. Хочу я подключиться, начать ходатайство, чтобы комбайн кто-нибудь купил. Ну, благослови нас на это, батюшка. Тогда привези туда. Володя, приехали, к вам не поедет, ты приехали ко мне. Ладно. А? А когда? А я вот сейчас, через час я вам приду. Ну, Володя, через час подъедешь. А нет, ты прям заехать можешь ко мне. Ох и здоровый Гальян ехал, прибрал с мордушку. Сорвался. А куда угнала Анфиса? Смотрели, не видно нигде коров-то. До того опасно посылать девчонку, не знаю.